Всеказахстанское обсуждение конституционной реформы продлится до 26 февраля, а пока на дискуссионных площадках страны продолжаются дебаты. На одни и те же вопросы существуют различные взгляды и в академической, и в бизнес-среде. Стороны обсуждают предложения по перераспределению властных полномочий, а также изменения в экономическом блоке. В частности, новая редакция 26 статьи Конституции, которая касается защиты прав собственников. В Казахстане существуют различные инвестиционные проекты, бизнес-планы и прочие. И люди, которые участвуют в формировании рыночных отношений, вкладывают свои деньги в бизнес, они хотят защититься. Они хотят гарантий своего имущества на конституционном уровне. И то, что сейчас предложено, я думаю, это следует приветствовать.